На станции Канск-Енисейский мужчина погиб под поездом. По предварительным данным, 44-летний пешеход находился на путях в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что машинист увидел человека, лежащего на путях, не реагировавшего на сигналы локомотива. Несмотря на экстренное торможение, наезд на мужчину предотвратить не удалось. От полученных травм он скончался на месте. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поздравили педагогов городских образовательных организаций с Днем Учителя. В день профессионального праздника сотрудницы полиции сделали настоящий сюрприз, приехав прямо на работу к виновникам события, с которыми на протяжении многих лет плодотворно трудились в одном тандеме. От имени начальника полиции они вручили социальным педагогам, педагогам-психологам, классным руководителям благодарственные письма и выразили признательность за отзывчивость и оперативное взаимодействие в вопросах, касающихся личной безопасности учащихся, их защиты от вовлечения в криминальную сферу, укрепления духовно-нравственных качеств и патриотического воспитания детей. Сотрудники кадрового подразделения Канского ОВД вместе с общественным советом предложили детям, чьи родители служат в полиции, показать через рисунки, какой они видят работу своих мам и пап. Творческое состязание с символичным названием «Мои родители работают в полиции» состоялось в честь приближающегося дня сотрудников органов внутренних дел. На конкурс поступило более 30 работ. Юные художники в возрасте от 5 до 14 лет смогли создать настоящие сюжетные картины служебных будней, отразить значимую роль полиции в охране общественного порядка и безопасности мирного населения.